Всем привет! Мой поход по сбору крапивы удался. Теперь, как и обещала, буду варить зеленый борщ с крапивой. О ее полезных свойствах я уже рассказывала в коротком видео, а в этом видео я сварю вкусный зеленый борщ с крапивой. Но сначала подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, и будьте первыми, кто их посмотрит. Чтобы сварить зеленый борщ, мне нужно взять крапиву, куриные яйца 5 штук, картошку также 5 штук, для заправки морковь, лук, чеснок, болгарский перец и помидор. Для вкуса лавровый лист. Подсолнечное масло 2-3 столовые ложки, соль, перец по вкусу. Итак, мою крапиву и обдаю ее кипятком. Это нужно сделать для того, чтобы она не кололась. А как она колется, думаю, многие знают, но говорят, что эти укусы даже полезные. Крапива готова, ставлю варить яйца. Яйца варю 10 минут, остужаю их в холодной воде. Чищу картофель, беру более крахмальную, чтобы она быстрее сварилась. А крахмальный — это в основном белый сорт картофеля. Сварить суп или борщ — самое то, а вот пожарить — нет, она просто развалится. Режу картошку вот на такие кусочки, тонкие лучше не резать, а то она совсем превратится в кашу. Ставлю кастрюлю с водой, жду, пока закипит. И кладу картошку. А пока она у меня будет вариться, я приготовлю заправку. Но еще могу почистить яйца. Картошку варю 15 минут. Очищаю лук, мою его, режу кубиками. Также нарезаю чеснок. Морковку тру на крупной терке. У болгарского перца удаляю семена и нарезаю его в виде соломки. Вот таким образом. У помидора убираю место плодоножки и нарезаю его кубиками. Помидор для зеленого борща я взяла сочный, хороший, большой. Пусть придаст борщу немного кислинки, ну и цвета. Но так как это все-таки зеленый борщ, я взяла один помидор. Заправка готова, буду ее жарить. Разогреваю сковороду и наливаю масло. Обжариваю сначала лук до золотистого оттенка. Затем кладу морковь, болгарский перец и помидор. В процессе жарки все хорошо мешаю. В конце добавляю чеснок. Заправка готова, чищу яйца. Режу их кубиками. Вот таким образом. Все готово, теперь осталось порезать королеву бала, крапиву. Нарезаю ее как обычную зелень. И сразу нарежу петрушку. Так, картошка сварилась, я ее посолила. Кладу заправку. Еще папа меня учил делать вот так. А вы так делаете? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Далее кладу яйца, и почти все готово. На все про все уходит около часа, если не варить его на курином бульоне. Это по желанию. Мне захотелось легкого борща. Добавляю зелени, минутку покипит, и можно выключать. Посмотрите, какой он зеленый, насыщенный. Между прочим, крапива, в отличие от шавеля, сохраняет свой естественный зеленый цвет. Осталось добавить лавровый лист, который я потом обязательно уберу. И зеленый борщ с крапивой готов.
Ну что ж, попробуем его. Если вам видео понравилось, поставьте лайк, пишите комментарии и делитесь с друзьями вкусной и полезной информацией. Ну а я всем желаю приятного аппетита и до скорых встреч!